Наши женщины обладают уникальной способностью стирать иногда даже воспоминания. Чем это вы его? А за что? Ой, не спрашивайте. Вы лучше скажите, жить будет? Да, конечно, будет. Хорошая сковородка, чугун, по-моему. Да нет, я про мужа. А, муж будет, что ему станется. Только ему теперь нужна забота, покой, ваше внимание. Возможно, конечно, частичная потеря памяти. Как это? Ретроградная амнезия. Ну ничего, все будет в порядке. Все, всего доброго. А. Ой, доктор, доктор! Ой, мой родненький! А. Очнулся, слава богу! Я так распереживалась! Так, так. Тетенька, вы кто? Как это кто? Как вы себя чувствуете? А вы кто? Я доктор. А кто тетенька? Это ваша жена. Как жена? Где же я так нагрешил? Я жена твоя, помнишь, с которой ты обещал прожить всю жизнь в радости и в горе. В горе? Не помню. В радости еще ладно, в горе нет. Подождите, вы не помните свою жену? Нет. То, как женились, покупали квартиру? Не помню. На кого квартира оформлена? На меня и машина на меня. Помню. Что помните? Жену помню. Вспомнили жену? Да. Ненаглядная моя, однокомнатная. Это единственная, да. Помню. Ну вот, я же говорил, частичная потеря памяти. Как зовут ее? Кого? Жену вашу. Помните? Жену помню, как зовут, не помню. Таня? Может быть. Или Лена? Кто-то из них. Света! Как скажете. Дети имеются? Да. У вас есть дети, вы это помните? Дети, что-то припоминаю. Сколько детей? Четверо. Не, детей не помню. Детей точно четверо? Ну, конечно, я-то помню. Все от него? Не помню. Можете позвать сюда детей? К сожалению, нет. Двое учатся в Англии, третий живет в Эмиратах, четвертый у бабушки в деревне. Вспомнил? Что вспомнил? Детей вспомнил. Всех? Нет, только троих. Ну, это уже что-то. Вы здесь вдвоем живете? Нет, с моей мамой. Тещу помните? Нет. Ну, вспоминайте, может, забыли. Что значит забыл? Дети в Англии, в Эмиратах помню. Жена, квартира, машина записана. Тещу вообще не помню. Кто это? Я сейчас объясню. Смотрите, у вашей жены есть мама. Это ее проблемы. Пусть она помнит. Я не родной помню. Мой, родной мой, ну вспомни. Мама у тебя месяц назад еще одолжила 10 тысяч. А вот это помню. Вот это помню. Угу. Значит, тещу помните? Нет, тещу не помню. Но то, что она одолжила, помню. Когда она, кстати, отдаст ей? Что? Она же тебе вчера их отдала. А вот это не помню. Подождите, значит, то, что она одолжила, вы помните? Помню. А то, что отдала, не помните? Не помню. И свою тещу вообще не помните? Идеально сказано. Странно, что ж делать? Пусть она еще раз вернет, может, я тогда вспомню. Ты что, издеваешься? Доктор, он обманывает. Я сама видела, как мама ему их отдавала. Да ничего она не отдавала. У меня в заначке лежало 6 тысяч, так и лежит до сих пор. Отдавала она. Подождите. Вы же говорили, что про деньги не помните. Но я что-то помню, что-то не помню. Ну... Значит, про заначку помните? Помню. Так, и где она? Не помню. Что я ей говорил? Ретроградная амнезия. Нет, доктор, это не ретроградная. Это хитрожопная амнезия. Вот из-за этого мы с ними поругались. Так, сам вспомнишь, где заначка, или помочь? Я не помню, ну серьезно. На работе? Нет. В гараже? Нет. В квартире? Не помню. В прихожей? Нет. На балконе? Нет. На кухне? Не помню. В холодильнике? Холодно. В морозилке?
Очень холодно. В районе плиты. И теплее. В духовке. Горячо. В духовке, точно. Так, что у вас рядом с духовкой? Посудомойка. Мокро. Что мокро? В духовке горячо, в посудомойке мокро, в холодильнике холодно. Ну вот, наконец-то. Что? Хоть что-то вспомнил. Да что он вспомнил? Он издевается над нами. Хотя все-таки пойду проверю. Так, так, мне уже самому интересно. Давайте, соберитесь, соберитесь. Вспоминаем. Где работаете? Не помню. Давайте, вспоминайте. Кем работаете? Не помню. Не знаю, там, начальника, секретаря, главбуха, шофера. Главбуха! Что главбуха? Главбуха помню. Помните главбуха? Людочка. Так. Вот с такими вот... Не помню, как они называются. Ага. Но настолько, что в руке не помещаются. Серьезно? Да, у меня не поместились. Ясно. Я что вспомнил, у нее фамилия такая же, как у вас на бейджике, Киселева. Однофамилица, наверное. А? Не совсем. А вы что, ее знаете? Знаю, а вот вам придется забыть. Представляете, обманул гад. Нету там денег. Что это с ним опять? Все, лечебный сон. Покой, забота, внимание. Три клизмы в день. Две еще ночью. И горчичники. На живот? Чуть-чуть пониже. И что, он тогда что-то вспомнит? Не знаю, как вспомнит, но то, что не забудет, это точно.